Первый сюрприз для участников в аэропорту Анталии. От выхода из здания аэровокзала до площадки, где менеджеров ждали комфортабельные автобусы, выстроилась пестрая шеренга людей в национальных турецких костюмах с табличками NL International. А в конце этого живого коридора, на площади перед аэропортом, зажигательно отплясывал турецкий ансамбль. Ярко и красочно встречала Турция VIP-гостей, участников третьей международной школы президента NL International. Gözüm dedi, almışım sana pervane. Kuş sütüyle beslerim seni, mis yerine koklarım seni. Kalbimin sarayları senin, sen ağlat ben severim seni. В отель ехали полные впечатлений. Казалось, что удивить нас чем-то в этот вечер уже невозможно. Но как передать наши эмоции, когда в наступающих сумерках мы увидели ярко подсвеченный большой синий флаг NL International на воротах отеля?